Шевелись, плотва. Иди, иди сюда. Вот сука. Но! Я за тобой слежу. А башку ты ему отрезал? Чего еще хочешь? Я не встану на колени перед Крайтом. Никогда, понимаешь? Лучше брататься с черными. Да я с призраками из Морхюга лучше побратаюсь, чем позволю краху править Скеллиге. А что твои люди? Они пойдут за тобой, когда все ярлы назовут тебя предателем? Ты на моей земле, друид. Попридержи язык.
Как это назвать, если не изменой? Это ты лаешь, прежде чем укусить? Крах прислал тебя по мою голову? Ну так попробуй ее забрать. Взять их! Я вырву тебе яру! Как вы, блядь, не научитесь? От сука! Здесь нельзя оставаться. Идем. Здесь нельзя оставаться. Воняет трусом. И как вы, блядь, не научитесь? Уве, ну хватит уже. Погодите, погодите. Это и правда смешно. Пойдем, здесь нельзя оставаться. Да, Геральт. Как видно, ни одна заварушка на Скеллиге не может обойтись без твоего участия. Вовсе нет, я довольно много пропустил. Дитя Краха сидит на троне благодаря тебе. А теперь ты, похоже, разжег маленькую гражданскую войну. С давних пор корону Скеллиге добывали, проливая кровь. От обычной политики это кровопролитие отличалось только масштабами. Однако резня во время пира в Каэртрольде была совсем другим делом.
Ее итогом стал очередной ведьмачий заказ, который быстро перерос в расследование. Расследование, которое в результате дало островам Скеллиге новую королеву. Стало быть, клан Друмонд ударит быстрее, чем мы рассчитывали. Я думал, Крах послал тебя хоть как-нибудь сговориться с Лугосом. Сговориться? Только Крах верил, что это возможно, когда дело зашло так далеко. Значит, я не слишком нарушил твои планы? Нет, в этот раз нет. Смерть Лугоса много изменит. Его двоюродный брат, который станет ярлом, слабый предводитель. Он глуп. Такая война быстро начнется и быстро закончится. Но зачем ты вернулся на Скеллиге? Ты знаешь что-нибудь о Солнечном Камне? Если верить легендам, он где-то на Скеллиге. Сперва маска Урабороса, теперь Солнечный Камень. Чудовища могут спать спокойно, раз ты стал искателем сокровищ. Я эльфами, а Эн Сиды никогда не интересовался. Но есть один скальд, Эйвинд. Он, вероятно, тебе поможет. Он как-то рассказывал о недоступной пещере или развалинах. Где его найти? Сегодня? В Оренбьорне, без сомнения. Еще порасспросил овцов жемчуга, Матиоса Рыбьи Жабры и Эрлинга. Последнее время они ныряют у мыса над заливом с восточной стороны. Спасибо за помощь. Вот еще что, Геральт. Предки Матиаса и Эрлинга еще 100 лет назад там бы все растащили. Если бы не магические барьеры. Возьми с собой чародейку. Ты же прихватил с собой хоть одну? В этот раз даже нескольких. Да хранят нас боги. Пойду в набег с ними. На то будет овец пасти. Тот, кто к этому способен, а меня вот кто. Thank you.
Пошла. Не сейчас. Высматриваешь Нильфгаардский флот? Флот? А, да. Что-то там говорили, но у меня есть дела поважнее. По моим расчетам выходит, что именно сегодня легендарный белый кит Геворг пройдет у берегов Скеллиги. Я ждал этого всю жизнь. Давай высматривать его вместе, а ты заодно расскажешь, что знаешь про эльфские руины на Скеллиге. Кажется, есть какая-то пещера, до которой никому не удавалось добраться. И хорошо, что не удавалось. Иначе ее давно бы уже разграбили, как и все остальные. Эйвент! Да? Я хотел тебя уверить, что собираюсь осматривать пещеру исключительно в научных целях. Научных? Я собираю материал для приключенческого романа. Хочешь написать о прибытии белых кораблей? Прекрасная мысль. Ты мог бы использовать мой перевод песни о Гелване и Диллиан. С большим удовольствием. Так где эта пещера? К востоку от Каэр-Тролля. До нее можно добраться только со стороны моря. Бывай. И удачи тебе с белым китом. Он появится сегодня. Обязательно появится.